Саньке снились странные сны. Не страшные, а именно странные. Тягучие, липкие, как карамель. Проснувшись, Санька весь день не мог избавиться от чувства неясной тревоги. Но что именно тревожило, почему, он не понимал. Даже сквозь сон Санька чувствовал, что эти сны какие-то не такие. Но что в них было не так, объяснить невозможно. Сны были простые и однообразные. Вода. Много воды и человек в грязной одежде. Человек смутно напоминал кого-то, но кого? Санька никак не мог вспомнить. С каждым разом сон становился чуть длиннее, открывая Саньке новые подробности, как кино с продолжением. Однажды Санька понял – это море, вода без берегов. В другом сне догадался, что замызганная одежда на человеке, который ему снился – это военная форма. Потом разглядел, что закопченное усталое лицо вовсе не старое. Боец улыбнулся, и Санька увидел, что это совсем еще молодой парень. Просто помещение, в котором он находился, очень тускло освещено, а сам парень измучен. Саньку беспокоило, что с ним творятся такие непонятные дела. Но сны были завораживающе сильные, и Санька с нетерпением ждал, что ему покажут в следующий раз. А потом он услышал. Боец, тот во сне позвал его. Саня, шепотом, тихо-тихо, одними губами. Саня, помоги. Санька подскочил на кровати, сердце бешено колотилось. Человек там во сне обращался к Саньке, звал его по имени. «Откуда он знает, как меня зовут?» – лихорадочно соображал Санька. «Бред какой-то!» Санька принял ледяной душ, растерся жестким полотенцем, поел. Но и после завтрака тоненькая иголочка покалывала Санькину душу. Было жутковато. А вдруг он сошел с ума? И никому ведь не расскажешь? В то же время нестерпимо хотелось помочь. Просит человек. Именно его просит. Ну и что, что из сна? Просит ведь. На улице Саньку окликнул одноклассник. Сань! А он на секунду увидел того человека из сна. Санька моргнул. Нет, это Ленька Бобров его зовет. Физику списать просит. Боброву не откажешь, он каратист. По вечерам Санька стал торопиться доделывать уроки, чтобы быстрее лечь спать. Мать радовалась, а он волновался. Увидит сегодня или нет. Потом они познакомились. Боец улыбнулся и сказал: «Здравствуй, Саня». «А вы кто?» – набрался смелости Санька. Парень вроде удивился чему-то, а потом ответил. «А я Ваня». «Какой Ваня?» – опешил Санька. «Иванов. Оба мы с тобой, Ивановы». Он сказал это так грустно, что Саньке стало не по себе. Он проснулся на рассвете, долго ждал, пока встанет мать. На кухне, как бы между прочим, Санька спросил: «Мам, а у нас в семье есть Ваня?» «Какой Ваня?» – не поняла мать. Она опаздывала на работу, а эшница, как назло, подгорела. «Иванов», – промямлил Санька, чувствуя себя полным дураком. «Нет», – отрезала мать. «Может, ты его не знаешь?» – настаивал Санька. «Если я его не знаю, значит, он не из нашей семьи. В своей семье я, слава богу, всех знаю». Мама даже немного обиделась и ушла на работу хмурая. А Санька пошел в школу. Там о снах размышлять некогда.